Поздравляю с победой, во-первых. Игорь, вопрос тебе. Ты как новичок команды, расскажи, как тебе в этой команде первый матч, как прошла твоя первая игра? Первая игра прошла прекрасно, команда вся техничная, вот там Драгун уже ушел, но Драгун был лучше. Ладно, капитан, что можешь сказать по итогам игры, что получилось, что не получилось? Я рад, на самом деле, что мы даже без замен справились, и новенькие ребята отлично влились в коллектив. Главное, мы получили массу удовольствия, и еще при этом мы выиграли, это вообще замечательно. Ну, надеюсь, что на следующую игру мы, конечно, соберем хотя бы парочку человек. Почему не смогли собрать с команду? Двое работают, и двое вообще не хотят, ну, там, играющие. Ну, у вас в группе такие, ну, серьезные соперники, инженер, Луки Спорт. Вы, ну, наверное, наблюдали их игры. Как будете, может, как-то особенно готовиться к этим к соперникам? Да, особенно готовиться не будем, просто постараемся все прийти и навязать борьбу. У вас так много мячей, почему, как вы думаете, получилась такая голевая феерия? Потому что Драгун у нас лучший, самый лучший. Ну и просто хорошо играли. Все парни у нас получилось, что знакомы с песком, поэтому на опыте. Бразильцы. Ладно, спасибо большое.